Стрим не стрим без маэстро. Юр Петрович, что минимальный донат повысил? Ну, на копеечку. Потому что иначе очереди накапливаются очень большие. И народ сам жалуется. Сейчас посмотрим. Маэстро. Сейчас. Как бы его просто жалко, он уже даже не смешной. То есть, как бы это смешно было, когда кто-то еще бодался, типа, что Хэммит там замечательный соло-гитарист, повлиял там на кого-то и так далее. Тогда это было смешно. Сейчас просто жалко. Ну, это обычный гитарный инвалид, просто в коляске, можно сказать, катается и ничего не работает, все. Поэтому просто... Просто ужасно. Американская рок-мечта, да. Будучи полным дресломаном глухим, который ничего не может, типа, до кого-то ты считаешь себя, в журнале напишешь, ты легенда. Да. А, ну, сейчас вот, короче, это, да, наш канал,